Магілёў абяцае незвычайна правесці дзень моладзі 26 чэрвеня ў нядзелю. Свята распачнецца а палове 16 на плошчы Леніна. Старт возьме велапрабег з элементамі гарадскога арыентыравання. Адметнасцю сёлетняга велапрабегу стане тое, што удзел у ім прыме не толькі дарослыя, але і маленькія магілёўчане. Разом с батьками на велосипеды сядут дети нават 5-годового узросту. Шлях колонны проляжа до городского пляжа. Тут у 16.00 пачнецца великое молодежное свято Магілёў, город Добрыни. Акрамя забаўляльных и спортивных программ на пляже пройдет так само и доброчинный марафон. В его межах будут собираться сродки на лечение хворых детей, а так само для выхованцев городского социально-педагогичного притулку. Акцию подрыхтовали и оборонцы живёл. В воскресенье мы ждем как на площади Ленина наших малышей, так мы и ожидаем всех могилевчан любого абсолютно возраста, потому что программа предусмотрена таким образом, чтобы было интересно всем. Мы ожидаем с 16.00, и праздничное мероприятие закончится в 22.30 небольшим подарком для могилевчан. А что это будет за подарок, я оставлю в секрете.